Лондонские медучреждения столкнулись с острой нехваткой персонала и коек на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. В больнице Барнетт многих пациентов надолго оставляют в машинах скорой помощи. Администрация объясняет это перегруженностью отделений из-за большого числа больных COVID-19. Кроме того, все больше медработников уходит на карантин из-за коронавируса. Отделение просто перегружено пациентами. Мы не можем отправлять людей в палаты, а машины скорой помощи выстраиваются в очередь на улице. В последние несколько дней время ожидания приема врача доходило до 8-9 часов. Особенно долго приходится ждать ночью. В Европе тем временем набирает обороты вакцинация несовершеннолетних от коронавируса. Во фламандском регионе Бельгии начали массово прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет. В ряде европейских стран аналогичные программы стартовали еще в декабре. В Чехии почти за месяц привито около 30 тысяч школьников. Чтобы привлечь больше детей и их родителей, суббота была объявлена детским днем в крупнейшем в стране центре вакцинации в Пражском дворце конгрессов. Тем временем Румыния присоединилась к европейским странам, где вновь ужесточены санитарные правила. Теперь в помещениях и на улице надо носить либо медицинские маски, либо маски категории FFP2.